Вопрос финансовой выгоды актуален всегда. И последнее время даже звезды и лидеры мнений транслируют, что экономить – это модно. Честно признаться, сама по себе я транжира. Но если вдруг после посещения магазина баланс моей карточки почти не изменился, на душе мне становится прям приятно. Хочу скорее поделиться с вами новостью, что в нашем городе открылся магазин, который поможет сохранить ваш бюджет. Сегодня вот открытие нашего замечательного магазина, который называется «Эконом-шоп». Его название отражает всю суть магазина. Что здесь можно найти? Найти можно все, что угодно. Большой ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, текстиля для дома, даже чемоданы. Ассортимент этого магазина действительно впечатляет. Мистер Авокадо. Здесь можно подобрать базовую одежду для своего гардероба. Посмотрите, даже маленькому школьничку, который отправляется в первый класс, можно найти хорошенький жакет. Почему бы и нет? А вот смотри, и здесь есть мой любимый мистер Авокадо. Почему бы и нет? Посмотри, тут целая серия. Это Авокадо семья. Посмотри, видишь? Авокадо папа, авокадо детишки, авокадо... половинка авокадо. Я знаю, что вы еще приготовили сегодня в честь открытия подарки для ваших гостей. Каждый человек, который приобретал у нас товар, он получал чек и будет участвовать в розыгрыше в 6 вечера. Выбор подарков очень большой. Татьяна Александровна, вы сегодня стали победительницей волшебного, мне кажется, что он волшебный, потому что розовый утюга, все верно? Да. Каким образом это произошло? Расскажите, тоже так хочу. Просто зашла в магазин, смотрю, товары какие-то, 50% скидка. Да. Думаю, почему бы не купить, может быть, к школе что-то подобрать можно. Да. Подобрала на 2 с лишним тысячи. Я видела, какие цены в этом магазине. Мне кажется, на 2500 там можно набрать, я не знаю, полквартиры себе. Так я и правнуку взяла, и внучке взяла, и мужу взяла. А себе вот получилось. Получается, утюг взяла. Как здорово. Девчонки, смотрю, настроение у вас сегодня шикарное. С чем это связано? Расскажите. Мы сделали покупки в магазине и выиграли кофеварку. Большой выбор мужской, женской и детской обуви. Для модницы, для хищницы тоже здесь найдутся товары. Приключения Авокадо продолжаются, да? Вот специальный магазин, как будто бы для меня. А? Классно? Авокадо-игрушку, авокадо-кофточку, авокадо-носочки. Пойду найду авокадо-шапочку. Кстати, у меня многие друзья проводят тематические вечеринки и часто себе ищут одежду, подходящую для этих вечеринок. Вот, допустим, я помню, что недавно все меня спрашивали, где можно купить... можно это произносить, как она, алкоголичка называется? Да нет, это нормальное название же есть. Морская футболка, морская майка. Майка моряка. Вот, пожалуйста, здесь можно купить майку моряка, майку солдата и черную базовую майку. Почему бы и нет? Слушайте, а давайте с вами немножко поговорим вот по поводу экономии. Вы сама по себе? Вы больше экономите или вы транжира? Я, наверное, больше транжира, но знаете, когда заходишь в такой магазин, где есть все... Ты сам по себе какой человек? Ты транжира или ты экономка? Эконом. Ты эконом-человек или ты транжира? Я эконом-человек, но когда рядом супруга, я не эконом-человек. Это понятно. Не транжира. Я на пенсии, так что нам транжирить никак нельзя. Почему экономить это важно? Копеечка, рубль бережет. Это правильно. Эконом-шоп. Вы молодцы. Вы открылись в городе Хабаровске. Вы радуете своих посетителей хорошими, приятными ценами и широким ассортиментом. Желаю вам успеха. Да. И сохраняйте мой кошелечек. Магазин для экономии времени и своих денежных средств. Будете постоянным клиентом этого магазина? Смотрим, да, конечно. Да, конечно, да. Потому что все любят экономить. Выгода – это всегда приятно.